Привет, с вами Алекс Овенберг. Мы сейчас продолжаем наши тренировки Маранелло. Пробуем разные машины, как они себя ведут. Мы только что ездил на Ламборджини, но это что-то совершенно особенное. 620 лошадей. Посмотрим, как она себя ведет на дороге. Right? Left.
просто сногсшибающие эмоции просто переполняют настолько, что слов нет. Почему я снял это видео? Мне интересно, мы недавно сидели и обсуждали, что у каждой машины есть свой характер, это бесспорно. И у каждого человека есть свой характер. А что если мы просто-напросто перебираем вот этих автомобилей, которые мы постоянно покупаем, берем на тест-драйв, где-то катаемся, берем на прокат. Мы иногда ищем ту самую машину, которая полностью выражает нашу душу, то есть вот является выражением нас и неким продолжением. А какой машины вы себя ассоциируете? То есть вот нашли ли вы то самое, да, вот что вам близко к сердцу, что действительно заставляет ваше сердце биться чаще, когда вы садитесь, нажимаете на кнопку или просто поворачиваете ключ. Напишите в комментариях, с какой машиной вы себя ассоциируете. Пишите.